Мы можем рассматривать вот эти аппараты, я не знаю, замена пластической операции или же отсрачивание проведения пластической операции, можем ли мы вот так говорить? Да, на самом деле мы можем так говорить. Например, аппарат Альтера и аппарат Термаш – это альтернатива, безоперационная подтяжка кожи, да, это альтернатива хирургическим операциям. Другое дело, что не каждому типу лица эта процедура подходит, но тем пациентам, допустим, с мелкоморщинистым типом старения, да, с небольшими изменениями, с незначительными выраженными возрастными изменениями, этим пациентам мы можем прям сразу рекомендовать эти процедуры в качестве альтернативы хирургии, и действительно они видят хорошие результаты. Это профилактика дальнейшего старения. Те, кто, скажем, начинают эти делать процедуры, скажем, лет 40-45, они гораздо дольше выглядят моложе и не всегда идут на пластические операции, потому что выглядят достаточно неплохо. То есть, в общем, можно отсрочить. Да, в нашей клинике появился новый аппарат Plasma IQ. Этот аппарат позволяет работать с кожей верхних век, верхних и нижних век. То есть это аппарат, который позволяет отложить блефаропластику. То есть для тех пациентов, которые еще не готовы, скажем, к операции, да, или не могут себе ее позволить, потому что их работа не позволяет им выпасть из социальной жизни, этот аппарат позволяет корректировать объемы ткани верхнего века и улучшать взгляд, скажем, без отрыва от производства. Уже все есть.